плечи, рука, видите, отсюда? Освобождение, рука идет сюда. И вы повернулись. О, удар. Руки вверх поднимать не надо. Только когда вы встали, руки вверх подняли, ичи, тыцуи, макота, отсюда рука идет, макота. Потому что это другое движение. Вот теперь следующее. Попробовали? Хорошо. Когда схватили за руку, да? За руку, да? Значит, есть другое освобождение. Вот вы встали, рука, видите, куда выходит? Она выходит там, где большой палец. Видите, как это где-то плечо? А чтобы было легче, сильно, если большой палец сильный, вот сюда, если ударить, он будет слабым. Макота. Видите движение? Так мы делаем ката. Вот вы встали, ичи, да? И, ич, отсюда, юнцу. Макота. Видите, вот попробовали, встали, раз. Рука к себе, по этому месту, видите? А-а-а. Больно, видите? И сухожилие отпускается. Видите? О! И шаг вперед, юнцу. Попробуем.